Приходят пациенты, говорят, вот я принимаю ампицилин, когда у меня температура 39. На самом деле это очень неправильно, потому что профилактический прием антибиотиков увеличивает шансы развития антибиотикорезистентности многократно. Плюс пациенты неправильно принимают антибиотики при различных инфекциях. Мы знаем, что при заболеваниях верхних дыхательных путей принимаются одни антибиотики, при кишечных инфекциях или почечных инфекциях принимаются совершенно другие.